Привет всем, с вами Норд, и мы начинаем прохождение игры под названием Wrath Aeon of Ruin, либо же Гнев Эпоха Руин, либо Aeon Ruin. Данная игра находится в раннем доступе, версия игры 1.4.2. И, к сожалению, игра на английском языке, английский я знаю очень плохо, но вроде как в данной игре особо его и не будет. То есть никаких текстов пока еще нет, то есть сюжет, возможно, будет уже в релизе. Также и, возможно, русский язык будет в релизе. Но пока так. Так, начинаем новую игру. Норд. Так, ну, уровень сложности выбираем easy. Morning Vale. Так, пока что у нас никаких роликов в начале нет. Собственно, сюжета тоже как такового. Но если зайти в Steam, то там у нас нам говорят следующее, что мы играем за чужеземца, ранее дрейфовали по волнам Вечного моря, но сейчас оказались на берегу умирающего мира. Из всепоглощающей тьмы нам явилась фигура в белом, пастырь заблудших душ, и поручил нам найти и уничтожить оставшихся стражей старого мира. Вот, к сожалению, здесь нам это все не показали, но в Steam написано именно так. Так что будем считать, что так оно и есть. Хотя, опять же, так, F2 сохраняется. Так вот, мы собираем какие-то души. На F2 мы можем делать быстрое сохранение. Иначе, если мы погибнем, мы начнем опять же отсюда, либо с начала уровня. Так, ну, многое здесь изучать не будем. Так, открыть журнал. Так, открыли журнал. 8 секретов есть в этом уровне, каких-то 5 реликтов. Так, ну и время, арсенал. Наш кинжал какой-то. Бестиарий пока что нету. Про врагов и управление. Так, управление, в принципе, нас будут обучать. Использовать артефакт R. Так, ладно, это все потом. Так, это, по-моему, у нас начальная локация. Отсюда мы можем посещать разные миры, что ли. Все, там вот есть вход. Там есть вход. Так, ладно, тогда вернемся. Начнем с самого начала. Это что у нас? Так, мы начали отсюда. Вот примерно. Это мы наверху были, по-моему, там. В общем, идем в ближайший портал. The Undercrofts. Так, ну, по большей части мы, наверное, не будем здесь засматриваться на всякие статуи, ПП-шки, еще одни статуи. Будем просто быстро пытаться пробежать уровень. Так, не убивает. Есть расчлененка. Так, только что проводника мыши с одного раза не убивает. Что-то типа как спецприем такой. Ну, им надо будет где-то перелетать. Двойного прыжка нету. Так, и также все написало, что это создано на базе движка Quake 1. Так, ладно, по-быстрому пробегаем. Journal updated. То есть сейчас там что-нибудь напишут про пушку. Так, а у нас пауза. Пауза так не ставится. Все равно у нас прут. Так, есть вторичный выстрел. То есть на правую кнопку мыши дополнительный. Это на левую обычный. Трон у нас кончается. Так, а хедшот можно сделать? Нет. Так, какой-то уже новенький. Ладно, рассматривать их тоже не будем. Не, по-моему, здесь хедшотов нет. То есть, даже если мы сейчас... Надо скелета найти просто. Так, есть броня. Пластины.
защитные. Так, вот скелет, пробуем хедшот сделать. Да, хедшота здесь нет, получается, надо по-любому два выстрела сделать с пистолета, револьвера. Вот этого 5. Правая кнопка мыши 2 раза. Ну, иногда 1. Так, монстры у нас походу не фиксированные. Ну, либо специально появляется после того, как мы берем какой-нибудь предмет, либо броню, либо ХП. Так, вроде хаотично они не появляются бесконечно. Так, карты у нас здесь никакой нет, только на тап. Так, бестиарий, кстати, вот фален, падший какой-то. Инвайдер. Да, я так понимаю, второй враг. Коучган. Собственно, револьвер. Так, ММС, это типа враги, 280 максимум. 13 секретов, мы их искать не будем, один реликт. Рерик. Так, ладно. Также движем. О, ружбайка, шотган. Так, левая кнопка мыши убивает. Так. Вот это уже интересней. Тратится 2 патрона. Правая кнопка мыши. Надо зажимать. Так, что-то с рикошетом. Хорошо, интересно. Но долго. Но интересно. Так, патроны я не знаю. Это у нас, по-моему... А, забрали. Патроны, по-моему, для каждого оружия должны быть индивидуальные. Смотрим, 38. Так, вот это... 54-20 дают. Так, надо другие патроны попробовать найти. Так, ну это вроде как для дробовика. 58-52. Это будет 50-50. Так, ну да, разные патроны для разного оружия. Не общие. Так, хорошо. Так, куда нам надо? Так, мы пока еще не сохранялись. Чуть попозже, хотя, в принципе, у нас 5 душ есть. Можем здесь сохранить. Загрузка F3. Хорошо. Это очень долго. Так, новый враг у нас. Новая запись. Так, с паузы не ставится, это плохо. Ядовитые. Кастс какой-то подобрали. Не знаю, что такое. Так, шотган. У нас появился гнев. Это не гнев. У нас раф идет здесь. Рейф. В общем, какой-то. Какой-то враг. Врач, это что-то типа ведьмы, нет. Нет. Не ведьма. Так, ладно, переводить не будем даже пытаться. В общем, новые враги. Вот эти летающие. Так, вот там у нас секрет. Но неизвестно, как его достать. Может быть, потом. У нас, кстати, еще вот на среднюю кнопку мыши есть нажать. Здесь, по-моему, у нас артефакты должны быть. Возможно, у нас появится какой-нибудь двойной прыжок. А, можно, кстати, вот так попробовать. Нет.
Пробуем. И так не получается. Секрет discovered. Что значит? Мы типа его нашли. Мы же его не забрали. Сверху мы вряд ли пустим все. Так, написано, да, что один мы секрет якобы нашли, но мы это не забрали. Я так понимаю, это должно увеличить нам КП. Ну, ладно. Не будем даже пытаться. Не знаю, как я это достать. Да, нам, по-моему, и надо. Здесь еще осмотрим по-быстрому. Что тут есть? А, вот сюда нам пока не пройти. Возможно, с той стороны мы что-то откроем. Эта штука опустится. Мы сможем забрать. Ладно, идем дальше. Не знаю, сколько этих душ можно собрать. Максимум. Так, тут интересно. Самоуничтожение такое. Так, вот открытая местность намного лучше. Так, будем мазать. Револьвер более точнее. Либо правая кнопка мыши. По-любому, наверное, где-нибудь есть какой-нибудь секрет. Наверх можно куда-то забраться. Так, а зачем? А зачем, непонятно. Может, потом пригодится. Куда-то вниз можно будет потом спуститься, наверное. И мы там были. Там же мертвый уже. Или он живой? Так, там какой-то переключатель. А вот мы, кстати, зашли с другой стороны. Кофр, кей, какой-то ключ нашли. Уж теперь опустится. Так, ну пока ничего не работает. Или, может, здесь что-нибудь нажать надо? Не знаю, какой-то ключ взяли, а куда он? Там вроде нигде не требовался. На двери не похоже. Здесь тоже нас не просили. В общем, возможно, куда-то надо вернуться, что-то где-то активировать. Ладно, мы этим заниматься не будем. Просто идем дальше. По сюжету. Я думаю, может быть, если была бы игра уже на русском и вообще релиз, тогда можно было бы, конечно, побольше поизучать, что-то поискать. Конечно, не максимально. 13 секретов, конечно, это надо еще поискать. Так, ладно, надо туда, там у нас подсвечено. Так, что-то здесь было. Так, нажмите артефакт. Life Siphon. Siphon. Что он делает? R. Использовали чуток-то. По-моему, когда мы убиваем врагов, мы себя хилим. Так, новое оружие. Правая кнопка мыши, это левая.
что-то с замена пулемета. Ну, достаточно точная. Так, правую кнопку мы сейчас изучим. Так странно. Патроны кончились. Мы с правой кнопкой мыши не убили первого скелетика вот этого. Попробуем еще раз. А, она скорострельная. Но по два патрона уходит. Здесь еще больше патронов уходит. Это немножко экономит нам патроны. Пока что оружбайка будет лучше. Помощнее. Так, туда как нам забраться? Так, а он одноразовый, что ли? А, он всего лишь один. Артефакты нельзя часто использовать. Теперь, если мы на R нажмем, мы его используем. Life balloon from the slain. Я так понимаю, да, то, что мы будем стрелять. Сейчас проверим даже. Сюда мы стреляем. Ничего. Используем. А мы убили, нам дали хп. Ну, вот так работает. Так, вот здесь надо сохраниться, чтобы не упасть в лаву. Так, по-моему, мы здесь были. Да, мы здесь проходили. Зачем мы вообще туда заходили? Из-за артефакта, что ли? Не хватает какого-нибудь рывка на shift. Так, blue, глиф какой-то. Так, нет, туда мы прыгать не будем. Так, и что от нас хотят? Зачем мы сюда пришли? Взяли синий глиф какой-то. Дальше что? Здесь надо куда-то перепрыгивать. Либо только за этим мы сюда и пришли. Уходим. Так, что мы сделали? Что там еще такие есть? Может, здесь где-то такие появятся сейчас? Так, здесь самоуничтожаются. Ну, здесь, наверное, куда-нибудь перепрыгнуть можно. Может, нужно даже. А главное, в лаву не упасть. Там красный глиф. Так, здесь можно и сохраниться, потому что если мы в лаву упадем, это все. Это конец. Так, нам туда не попасть. Уж снизу где-то заход. А, вот здесь, по-моему, заход. Нет, входа здесь нету. Так, вот здесь какая-то интересная лестница. А, это к этому. Здесь у нас было. Артефакт был. Так, в общем, мы взяли синий глиф. Я не знаю, может, потом мы туда как-то выйдем. С другой стороны.
пока не очень понятно, куда нам идти. Ну, явно не в лаву. Попробуем вернуться. Не зря сделал короткий путь наверх. Так, это активировано. Идем сюда. Может, здесь теперь что-то надо активировать. Чем-то подсвечено, но ничего нету. Так, может, наверх? А, вот так вот. Так собирается этот артефакт. Ясно. Тем не менее, все равно не знаю, куда идти. Так, там что-то у нас подсвечивается. Как нам туда попасть? Здесь, по-моему, не были. Заблудились. Пойдем сюда. Скорее всего, нет, туда мы уже ходили. Теперь надо куда-то здесь наверх забраться. Это, видимо, какие-то патроны другие. Другое оружие у нас будет. Так, сюда нам нужно забраться. Что нет. Так, очень, конечно, интересно. А здесь у нас броня, броня нам не нужна. Ладно, вернемся тут, откуда пришли. Да у нас где-то, куда вон туда надо. Скорее всего, что-то там. Не доглядели. Тем более мы там красный глиф видели. Просто не нашли, как туда попасть. Вот это что-то я не понимаю, зачем это активировано. Портал какой-нибудь. Нас должны привести. Все не работает. Так, сюда, по-моему, спускались. Здесь, может быть, крыто должно быть. Как-то непонятно. А, вот здесь не были. Серьезно, то есть я спустился вниз, а надо было просто сюда. Забавно. Так, а это тогда куда ведет? Наверх? Здесь тоже не были. В общем, да, запутаться можно. Она не открывается. Но
Может быть, что-то надо было наверху сделать. Прыгать смысла нет. Там у нас секрет. Так. А, Е, серьезно? Просто на Е нажать? Намного проще оказалось. Я могли бы написать для хотя бы первый раз, потому что не первый раз что-то активировано, какую-то дверь. Я думаю, они сами будут открываться. Так, куда теперь? Здесь какой-то портал. Сюда, может, и надо. Да, действительно, портал. Мы здесь были. До этого здесь не было портала. Допустим. Тут, наверное, активировать надо. Тут еще активировали. Нет. А, вот это, короче, нам. Это получается синий глиф. Это что? Ну, короче, руны вот эти. Нужен красный глиф. Мы, в принципе, знаем, где он находится. Единственное, до него теперь надо добраться. А, наверное, обратно надо вернуться с телепорта, наверное, дверь открылась. А, ну, в принципе, можно отсюда посмотреть. Так, нет, дверь не открылась, если вот это открылось. Может быть, что-то здесь надо сделать. В принципе, еще не везде были. Так, какой-то новый артефакт. Cruel Eggs. Live Blood for. Потом. Ну или сейчас. Битва будет более серьезная. Используем, хотя я не знаю, что это какой-то щит. Так, ну сейчас надо вернуться. Вроде как ничего не произошло. Туда мы также не попадем. Также все закрыто. Ладно. Да, обратно возвращаемся, что-то все-таки здесь, наверное. Тогда я пока еще не очень понимаю, зачем мы эти порталы активируем. Не эти порталы, вот, которые такие были. Ну, в общем, другие. Как-то мы, кстати, видели снизу, у нас дверь была синяя. Артефакт. Так, ну скорее всего где-то все-таки что-то здесь красный. А вот рычаг не нашли. Будет короткий путь какой-то. А мы, наверное, сейчас зайдем сюда краски. Ты какой-то шустрый слишком. Кого-то он мне напоминает. Кого-то он мне напоминает. Не помню, что за игра была. Может, в Сталкере. Где-то такие были.
Так, есть кнопка. Рычаг. Видимо, должен быть еще второй. А, 10. Что-то плохой артефакт. Здесь хп у меня не тратится, но у нас 10 хп всего лишь. Так, походу первый босс какой-то. Так, нам хп не вернули обратно. Мы не будем больше такой артефакт использовать. Так, это что у нас? Don't deflect projectiles. Не знаю, может как зеркало. А, это защита. Что происходит? Какая-то защита, я так понимаю, от выстрелов, наверное. Да, то есть отсюда мы можем стрелять, а нас не могут. Это удобно. Типа зеркальный барьер какой-то, отражающий. Пушка. А ну вот, как раз эти ядовитые шарики. Так, и себя мы подбиваем, нет? Так. Так, ну да, себя тоже можем. Там справа кнопка мыши. По три шарика. Это не забираешь? Уже надо лечение. Так, ладно, нам надо куда-то сюда надо идти. Пока что дробовик решает. Так, еще какой-то новенький. Слишком быстрый какой-то. От тех. Так, наверное, бессмысленно. А, нет. Нормально. Его же оружие. Он будет иммунитет. Так, в общем, это пока самое мощное оружие. Еще наверняка какая-нибудь ракетница будет по-любому. Так, это мы открываем короткий проход. Путь, так скажем. Почти. Этим будет посложнее. Ну зато хорошо. Сколько? 4? 4 выстрела.
Так, вот куда-то туда надо. Красный глиф собрать. Это пока что все не то, по-моему. Так, нет, отсюда мы пришли. Так, а мы же были уже возле этой двери. Просто кругом обошли все. Так, что-то должно уже было поменяться, наверное. Что-то сильно-то все и не поменялось. Возвращаемся, откуда мы пришли. Так, может, кстати, портал какой-нибудь появился другой. Второй. Так, мы пришли отсюда, по-моему, или с другой стороны. Так, вон туда, может быть, прыгнуть надо. Хотя смысл. Так, там что у нас? Это интересное. Так, ладно, попробуем. Не факт, что получится. Получилось. Мы здесь были, да. Там также все закрыто. Куда нам пока не попасть. Так, интересно, зачем мы сюда-то приходили? Ключа у нас также нету красного. Открыть мы не сможем. Мы с вами такой путь прошли. Оружие тут, то, что забрали. Что я куда-то не туда прыгнул. Что-то мы не осмотрели до конца. Вот сюда спустили, здесь серьезно так подрались. Дальше что? Взяли оружие, здесь пробежали. Так что ничего не произошло. Эти двери открылись. Ладно, это не так важно. Нам важнее найти вообще выход отсюда. Откуда ты берешься? Так, сюда мы пришли. Там тоже что-то есть. Опять мы поторопились, куда-то ушли не туда. Там нашли красный глиф. Да, мы не сюда зашли и так дальше и пошли. Мы забрали то, что нам нужно. Ладно, Red Glyph. Так, а теперь можно уходить. И мы знаем, куда нам. Выход только теперь надо найти. В общем, уже два раза так не совсем правильно. Так, здесь, наверное, можно подняться.
Вот, теперь можем, да, подняться, выйти. Можно теперь сохранить нормально. Наверное, там будет босс. Так, наверху какая-то броня. Кстати, я не понимаю, зачем мы это активируем вообще. Для чего? Сюда вроде ничего не записывается. Так, 37 минут у нас ушло уже. Мы много блуждали, то есть здесь уровень такой. Надо поковыряться все-таки. Не всегда понятно, где этот ключ находится, и не взяв его, мы можем спокойно убежать. То есть мы, пока его не взяли, бы не могли выйти, было бы удобней. Мы бы уперлись в какую-нибудь решетку. Сходить. Закончились. Не знаю, правда, зачем вот эти штуки нам нужны. Это может быть тоже артефакт. Тоже какой-то артефакт. Гейн. Попробуем. Это нам дается. Ну, без перевода непонятно. Тут должно либо мы не будем. А, он за наш, на нашу сторону. Мы его одурманиваем, он становится за нас. Чё, воздух не поделили? Столько пространства, они упирались друг в друга. Пробку создали. Так, ну обратно. Сможем, нет, рисковать, наверное, не будем. Уже не очень удобно. Уж байкой пользовался. Что ли?
Ладно, оставляем рушбайку. Что-то другое оружие как-то было менее эффективно против них. Так, надо сохраниться. Мало ли. Много набежал. Так, что это такое? Что взяли? Релик какой-то. Эти очень неприятные. Против них, наверное, вот это оружие хорошее. Будем экономить вот это оружие, патроны на более серьезных врагов, типа вот этого. Так, может быть, за порталом что-то еще было. Да ладно. Так, и что нам? То есть в целом мы можем просто обратно зайти опять сюда. Крофтс. Ну, по идее, уже все будет сохранено. Нет, а можно выйти спокойно. Это же начало у нас получается. 2.13. Или это финал у нас уже? Нет, это начало у нас получается. То есть мы можем зайти и дособрать несобранное. Но при этом все враги уже уничтожены. Можем спокойно уйти отсюда. Хорошо. Пойдем в следующий. Прикольно было бы, если мы подходили опять же к этому порталу, и было бы написано, что мы сюда уже заходили, потому что вдруг здесь будет слишком много этих порталов. Просто можно уже будет забыть, в какой мы заходили, не заходили. Так, ладно, мы начинаем где-то сверху. Так. А здесь, по идее, врагов у нас, наверное, не будет. Или будет? Врагов не видно. Есть черепки. Ладно, возвращаемся. Посмотрим. Где-то здесь у нас совсем рядом был, по-моему, еще какой-то портал. Наверх. Отсюда мы пришли. Так ведь. Да, это наше начальное место. Здесь мы появились. Выходим, это у нас был ближайший портал. Мы его прошли. Теперь, ну, походу, надо нам... Да, нам прыгать бессмысленно наверх. По-другому заберемся. Там что-то красное горит. Так, ладно, спускаемся туда-сюда. Сходим пока что сюда. Плавать можно. Так, туда я что-то сомневаюсь, что можно прыгать. Сохраним, да попробуем. А, даже на земле что-то есть. Под водой. Так, но время у нас должно быть, по идее, ограничено. Время у нас ограничено. Так, у нас появился вот какой-то, не знаю, артефакт, или что мы взяли. Вот здесь, справа наверху. Это все наши враги.
Так, это получается у нас как выход. Блин, там что-то должно быть другое, наверное, быть. Помимо этого. Только броня была. Это странно. Ладно, может быть, только броня была. Как-то ради этого делать такую локацию, но как-то такое себе. Наверное, потом здесь что-то будет выдвигаться, может быть. А, либо вот еще наверх можно забраться. Он пока, наверное, не сможет забраться. Либо с другой стороны надо пройти. Дереве. Так, это мы больше не будем использовать. Это у него в крайних случаях, когда нас уже почти убивает, у нас остается мало-мало хп. Можно этот щит активировать. У нас останется 10 хп. Но при этом будем бессмертны. Так, ну, в принципе, что, наверное, в дерево тогда пойдем. А вот там еще у нас есть за водопадами. Так, наверху еще что-то должно быть. Если надо перепрыгивать надо. Попробуем. Так, как плохо получается. Так, ладно, выходим на центральное, так, отсюда, то есть либо налево, либо направо. Больше пока не видно. Наверх я пока не знаю, куда забраться. Ладно, пойдем направо тогда, в дерево. The Hollow.